До выборов президента России осталось 2 недели. О том, как можно проголосовать не по месту регистрации, наш следующий материал. 18 марта этого года состоятся выборы президента России. Главное политическое событие, которое повлияет на дальнейшее развитие нашего государства. В этом году произошли изменения в законодательстве, и теперь система голосования не по месту регистрации сильно упрощена. Для того, чтобы отдать свой голос на любом удобном участке, необходимо прийти в МФЦ или территориальную избирательную комиссию и составить заявление. А с 25 февраля по 12 марта это можно сделать и в любой участковой избирательной комиссии. Любой избиратель, который в день выборов 18 марта не будет находиться по месту своей постоянной прописки, имеет право прийти, обратиться в участковую избирательную комиссию, написать заявление и оформить его и проголосовать именно по месту своего пребывания. А в настоящий момент у нас избирательные комиссии работают ежедневно с 16 до 20.00 и выходные дни с 10 до 14.00. Поэтому мы ждем всех избирателей. Для этого необходимо прийти в определенное время, которое я указала, с паспортом, либо с временным удостоверением личности, это на случай замены паспорта, и подать заявление в участковой избирательной комиссии. В любое, независимо от того, где он сейчас прикреплен к какой избирательной комиссии. Весь процесс оформления заявления составляет меньше минуты. Все, что нужно, это прийти с паспортом гражданина Российской Федерации. В день голосования в нашем городе будут работать 23 избирательных участка. Их адреса сейчас указаны на ваших экранах.